Це вам зрозуміло. Так, тоді зараз перерву. Так, що ми собі? Мала перерва, так? Ну, так. Гамма идет равномерно. Просто если у тебя L2 двигается, ты возвращаешь новый цикл. Он с последней ячейки. Если не двигается, то предыдущий. Потому что все равно придется бить с последней ячейки. А тут он обязательно двигается, просто на разное количество шагов. То есть 2-1 генератор будет двигаться либо на 2 шага, либо на 1 шаг. Ну и, соответственно, будет всегда возвращаться новый бит гаммы, ты не обязательно смотришь. Мне можно я сначала принимаю решетки, но придется начать. А потом, если хотите, задавайте меня. Сейчас я начну. Я готов сидеть без личности. Вы только раньше же с этими словами. Я думаю, бесконечности на вас не хватит. Прямо ты и дальше так думал. И что? Я все равно пришел Геракл и освободил ее. Ну... Долбанул любимого орла своего папочки, между прочим. Вот. А мы не брали вариант? А? Все должно лежать на карте. Сейчас посмотрим. Пример системы различных. И что мы делаем? Мы осуществляем какую-то перестановку и представляем ее каноническим образом в определенной базе, то есть в определенной выборе финальной системы разведчиков. Мы знаем только тех, кто договорился. Вот, допустим. И это будет данный блок. В другом блоке система разведчиков может быть другой. Так? И у нас идет другая перестановка, мы читаем его как бы алфавит. Мы ассоциируем самого буквы с разведчиком. Много систем обозначений для каждого символа? Нет, для каждого блока у нас одна выбранная система обозначений. Ну окей, ну вот один блок там система обозначений. Как это можно передать на ту сторону, чтобы расшифровать? Да, один блок это перестановочка, так? Эта перестановка в обозначениях записывается определенным образом. Ну окей, мне нужно гигабайт данных зашифровать, сколько мне там будет. Ключ, указатель первых систем обозначений. Номер система выключена. Номер, то есть они где-то должны храниться. Да. Если у вас экспоненциальное количество, либо у вас есть алгоритм генерации системы образующих по номеру, либо вы где-то храните балунью. Потому что здесь, опять же, есть экспоненциальное количество. Ну, это тоже такая проблема. Нет, это алгоритм не рассматривать будет. Почему? Ноутбук? Админ, пап, на кресло, все окей. Ну, конечно. Картинку показывать, в всяком случае. Человек обычно отвечает 16, где-то между 4 и 5 часами.
команды небесные. Так просто зайдите на YouTube, напишите, как тебе вам взяли, и оно там сразу канал дает. Все окей. Это не условно я обозначил, отвечать. Один выдает один бит, и обновляет состояние. Т2 выдает один бит, или обновляет состояние, либо не обновляет состояние. В зависимости от того, какой бит идет в состояние. Ну, переходим к следующему. Получается, если идет набор, то не обновляем.
если не идет, он ничего не делает, он снимается. Он просто потому что он снимается. Каждый парк мы снимаем, мы думаем, что он снимается. А он снимает, потому что я буду дальше. Он сочетает, он ничего не делает. Сочетай дальше. Так, почему не можем просто режимом работы, как блоковые превращать потоковые из чем-то потоковые идеи? Блоковые сложные. А, понял. То есть это тени не подделяют каких-то результатов? Да, прокурорно. Мы регистр сделали. N-вентили, все. Точки обратно. Подожди, N человек, а вентили по количеству. Они все являются в совершенно разных сферах, правильно? Ну, то есть все, что разбиралось. Единственный пример стыка – это HPP, который блочный шифр, специально заточенный под аппаратные реализации. Так, давайте что-нибудь начнем. Ага. Еще 10 секунд.